Приветствую всех на своем канале. Сегодня делаем торт «Птичье молоко». Выпекать нам ничего не придется. Под основу тортика мы возьмем вот такие готовые бисквитные коржи. Они часто меня выручают, когда хочется по-быстрому сделать какой-нибудь муссовый тортик. И приготовление этого тортика действительно займет немного времени, ведь готовить мы будем только мусс «Птичье молоко». Делать мы его будем по классическому рецепту, и рассказывать, как это вкусно и бесподобно, я думаю, нет необходимости. Правда, пропитка бисквита, кофе со специями, как мне кажется, придает тортику интересную вкусовую изюминку. Прежде чем приступить к приготовлению мусса, сделаем заготовку. Берем один готовый бисквитный корж. Зажимаем его в кольцо с проложенной пленкой лентой. У меня эта пленка от цветочной упаковки. Пропитываем корж крепким сладким кофе. Я в кофе добавляю специи для кофе, которые можно приобрести в любом супермаркете. И вот теперь можно делать мусс. Что нам потребуется для его приготовления, вы сейчас видите на экране. Приобрести агар-агар теперь тоже не проблема. Он также продается в любом супермаркете. Вес сахара обычно беру в два раза больше веса белков. Первым делом подготовим сливочную составляющую мусса. Для этого размягченное сливочное масло взобьем со сгущенным молоком. Теперь в ковшике соединяем холодную воду и агар-агар. Размешиваем агар-агар в холодной воде, и можно даже ему дать в ней постоять немного до растворения. Теперь добавляем сахар и ставим корец на плиту, чтобы наш сироп закипал. Одновременно в белки добавляем щепотку соли и начинаем их взбивать. Сначала на маленьких оборотах, а когда появится хорошая пена, увеличиваем обороты миксера. Сироп варим около 7-8 минут до температуры 108-110 градусов Цельсия. Если нет термометра, то до образования нити при остывании сиропа, если взять каплю между пальцами. Теперь, не прекращая взбивать белки, тонкой струйкой вливаем сироп и взбиваем несколько минут до образования устойчивых пиков. Теперь быстро добавляем сливочную составляющую мусса и небольшими порциями. Готовую массу быстро перекладываем в форму и ставим форму в холодильник. Быстро необходимо делать, потому что агар-агар застывает уже при комнатной температуре. Ну и теперь можно заняться глазурью. У меня сегодня будет не глазурь, а ганаш. Берем шоколад и сливки и растапливаем шоколад в сливках. Теплую массу хорошо вымешиваем, чтобы она приобрела блеск. Ну и выкладываем нашу глазурь-ганаш на мусс. Чтобы как-то украсить верх, я чуть-чуть выровняла шоколадный верх, а затем лопаткой сделала вот так, чтобы образовались пики. Такие неровности естественного происхождения. Они и будут нашим украшением. Дадим застыть глазури. И вот такой нежный тортик в итоге у нас получился. Вкус тортика – это вкус классического птичьего молока. А кофейная со специями нотка придает изюминку нашему тортику. В общем, как всегда, если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!